ликер. Я ничего нового не покупаю. В основном молочка. То есть гречку мы не затариваем, туалетную бумагу сотнями не берем. Ну да, может быть, продукты чуть побольше. Но не, ну, незначительно. Вот, панике не поддаемся. Бумага туалетная всегда есть. И так, ну что же, мы не варвары же, не дикари. Вот, минимальные запасы есть. Ну а дальше, мне кажется, ничего особо не нужно. Ну паниковать-то зачем? Все идет своим чередом. Позитивно надо смотреть. Поэтому нет, ничего такого дополнительного, ни техники, ничего. Ну может, потому что все есть уже как бы. А дополнительно, ну, пятый телевизор не нужен, третья машина тоже ни к чему. Ничего. Обычные покупки в текущем режиме. Продукты есть, я не вижу, чтобы чего-то не было. Цены, может, выросли, не знаю. В последнее время покупаю в основном продукты. Стараюсь экономить средства, не покупаю какие-то бытовые приборы, чтобы... Ну, неизвестно, что будет дальше. Конечно же, я купила гречку, подавшись всеобщему... Ну, в общем, всеобщей панике. А так, в принципе, покупаю пока что все, что обычно покупали. Покупки в пределах нормы, как всегда. 2 пакетика сметаны, 2 маленьких упаковочки сахара, грунт для пикировки рассады сделала. Ну и семена запаслась. Лук всего купил. В общем, мечтаю о даче. Думаю, что все будет хорошо.